ключевые фигуры криптомира в списке Fortune. Журнал Fortune «Forty Under Forty» опубликовал список самых выдающихся фигур в возрасте до 40 лет. В списке руководители компаний, политические деятели и спортсмены. Криптовалюты становятся все более популярными, как и некоторые криптоличности. Согласно списку сайта Fortune, 10 место в нем разделяют Брайан Армстронг, 34-летний генеральный директор Coinbase, и 23-летний Виталик Бутерин, соучредитель проекта Ethereum. В журнале идет речь об успехе компании Coinbase, которая собрала 100 миллионов долларов инвестиций в августе и сейчас оценивается в 1,6 миллиарда долларов. В список также входят такие ключевые личности, как Марк Цукерберг, соучредитель Facebook, Эммануэль Макрон, самый молодой лидер Франции, Серена Уильямс, знаменитая теннисистка и другие.